Добрый день. Я хочу вам рассказать, как мы можем использовать этот экран или телевизор, если хотите, для того, чтобы смотреть файлы, которые мы записали на наш USB-драйв. К сожалению, мы не можем использовать видеоформат, но, пожалуйста, записывайте формат JPEG, картинки, фотографии и используйте этот телевизор для того, чтобы посмотреть без компьютера. Как это делать? Во-первых, используем наше дистанционное управление для того, чтобы включить телевизор. Надеюсь, он сейчас включится, да. Вот. И потом нужно вставить этот USB флеш-драйв в наше устройство. Где оно находится? Сзади. Берем, аккуратно поворачиваем. Находим здесь вот разъем для USB. Проверяем, чтобы подключить его в нужном направлении. Вот он просто не вставится. И произошло чудо. Как вы видите, наш умный телевизор сам распознал, что это USB драйв, и предлагает посмотреть фотографии. И даже автоматически выбрал этот режим, если мы не отреагировали в течение 5 секунд. Используем основные клавиши право, лево, вверх, вниз и Enter. Соглашаемся на посмотреть фотографии. И здесь перечень каталогов, фолдеров, которые есть на этом устройстве. Выбираем Sample Pictures, заранее подготовленные. И здесь красивые картинки из стандартного набора Windows. Подходим стрелочками к какой-то картинке, нажимаем круглую центральную кнопочку Enter. И можем ее смотреть. Что мы можем делать? Мы можем зум сделать 2 раза, 4 раза. Также, насколько я помню, мы можем крутить, да, переворачивать на 90%. Если фотография записана на диск в не том формате, не в том формате, но не в том той ориентации, мы можем всегда это посмотреть, как нам нужно. Клавиша Exit, вышли, а также перемещаемся в начало, и мы можем посмотреть все картинки, записанные в одном каталоге в формате слайд-шоу. Меню, спускаемся в слайд-шоу, Enter, и по порядочку запускается картинка первая, если не ошибаюсь, примерно 5 секунд задержка. И следующее, и так далее до конца. Когда цикл закончится, слайд-шоу автоматически остановится. Мы можем в любой момент, если какой-то слайд, картинка нам нужна подольше, нажать Enter. Видите, у нас на паузу, и любоваться на эту коалу сколько угодно. Опять нажать Enter и продолжаем движение вперед. Exit. Вот, собственно говоря, и все.